Всем привет! Сегодня буду готовить яблочные кексы. В миску вбить яйца комнатной температуры, добавить растопленное сливочное масло и жидкий мед. Хорошенько перемешать. К муке добавить соль и разрыхлитель. Перемешать. Соединить обе смеси и замесить тесто. Затем добавить очищенные и мелко нарезанные яблоки. Перемешать. Подготовить формочки. Я буду выпекать в силиконовых. Если выпекать в обычных, смазать маслом. Разложить тесто по формочкам, заполняя 2/3 объема. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовые кексы остудить и посыпать сахарной пудрой. Получаются очень вкусные, ароматные, в меру влажные кексы. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!